Продакшн представляет. Доброе утро, Дивин. Хорошего дня тебе. Сейчас в Краснодаре плюс 10, пасмурно. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Here's a little song I wrote. I want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it. Да, Александр Владимирович. Ага. В роддоме? Понял, хорошо. Но я через 15 минут буду уже на работе. Да, да, хорошо, конечно. На самом деле не люблю ходить на консультации в роддом, но пришлось пойти. Отказывать заведующему нельзя. Ну, я бы никогда не подумал, что все так для меня обернется. Я просто вышла за кофе с лекцией и сидела, разговаривала с мамой, даже не поднимая головы. Я не заметила в этот день человека, который стоял и несколько минут на меня смотрел. А что если завтра уже в рассинхронах, в душе наших комнат уже ничего? Что если слишком случайный знакомый окажется ближе других и того? Я напишу в душе твое имя, зову судьбы немного чернила. Бог раскидал знаки по всему миру, чтоб навсегда быть твоим анонимом. Случайности вообще не случайны, в руках вселенной все наши тайны. На прощанье обещанья и случай научит нас. Случайности вообще не случайны, в руках вселенной все наши тайны. На прощанье обещанья и случай научит нас. Что в жизни все не случайно. Я напишу в душе твое имя, зову судьбы. Теряем, мы осознаем, что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны, в руках вселенной все наши тайны. На прощанье обещанья и случай научит. Случайности вообще не случайны, в руках вселенной все наши тайны. На прощанье обещанья и случай научит нас, что в жизни все не случайно. Мила, просто скажи мне «да».